you here today? Well, because I'm in Russia and I thought it would be really nice to have the opportunity to come to Fashion Week and you know, see what Moscow makes of fashion. А я решила одеть свадьбу на платье, потому что платье я купила в этом магазине. Платье 95 лет. Оно из Норвегии, платье винтажное. Поэтому я сегодня решила в показе Даши Гауэр такое платье невесты. Я правда думала, это шутка. Второй должен выстрелить! Не раньше, чем через 3 секунды и более чем через минуту. Наконец-то пришли в моду длинные юбки, нежный штанов, очень мне понравилось, да. В целом понравилось, естественно, у меня просто такой довольно-таки своеобразный вкус на одежду, поэтому я очень придирчивый. It was nice day. I visited three shows, and one of the best, for sure, the guys from London. They're making good shows, and I hope our young designers will teach how they have to work.